яркий вариант, чтобы выйти выбросить мусор. Можно еще раз. Что-то пошло не так. Это прям шикарный запуск. Похвалила, пора и поругать. Всем привет, я так волнуюсь, я впервые снимаю на новую камеру. Переживаю, ничего ли я не забыла включить, надеюсь, что все в порядке. Как видите, я чуточку изменила локацию съемки. Здесь будет меняться фон. Я надеюсь, что вы оцените мои старания. Давно у нас с вами не было косметических видео, так что давайте сегодня будем распечатывать какие-то пиар-рассылки, точнее, я буду это делать, делиться с вами своим мнением, рассказывать, что я думаю по поводу того, чем успела попользоваться. И, конечно же, как обычно в таких видео, будет обалденный конкурс, но в этот раз я соберу целых две классных коробочки, поэтому обязательно участвуйте, я уверена, что призы вам понравятся. Ну а теперь давайте начинать, поехали! Этот клатч здорово вписывался в мой фон, но мне пришлось его достать для того, чтобы показать вам красивенную летнюю коллекцию от марки Stellery. Здесь у меня вот такой прозрачный клатч, и в нем то, что я успела попробовать, это вот такая универсальная палетка. Не хочется называть ее палеткой только для лица, хотя именно так указано на упаковке. Но по моему мнению, по моим ощущениям и на моей практике оказалось, что средства настолько универсальные, что их спокойно можно наносить и на лицо, и на глаза. Здесь удачный оттенок бронзера, он матовый, и его я использую также в складку века. Получается такой моментальный макияж минутка, причем оттенок здесь очень удачный, он абсолютно не рыжий и не теплый, скорее холодный. И вот эти три средства я наносила полностью на все веко, тоже замечательно все держится и не комкается как-то, и на лицо ложится так гладенько. Конечно, это очень яркие, сияющие текстуры. Если вы такое не любите, то, скорее всего, это не ваш продукт, но мне кажется, что на слегка подзагорелой коже, даже при помощи автозагара, как это в моем случае, все равно это так как-то освежает, так по-летнему выглядит на лице. И, кстати, вот когда используешь такие оттенки на века, то макияж сразу какой-то такой освежающий, очень классный, мне понравилось. Замечательная, летняя, недорогая, универсальная палетка. Также у меня здесь палетка теней, мне очень нравится та цветовая гамма, которую они выбрали, то есть белый цвет в сочетании с розовым золотом. И внутри у нас находятся сияющие металлические тени и также базовые матовые оттенки. Эту палетку я положу в один из подарков, так как я попробовала эту, и она мне служит в качестве теней. Так что я думаю, что это хорошая идея поделиться с вами. Также в посылке были помады. Если помните, в прошлый раз я распаковывала нюдовую коллекцию, и большинство из них мне настолько полюбились, что я часто их использую и в такой повседневной жизни, если я крашусь, и также для съемок видео. Если вы видите какую-то нюдовую помаду, то часто на губах у меня одна из них. Очень удачный запуск. И вот эти помады, одной я успела попользоваться, а вторую сейчас откроем вместе. Значит, оттенок 01, она очень похожа на ту, которая сейчас у меня на губах, она немножечко как бы с перламутром, но это не выглядит дешево на губах, просто как бы губы кажутся более объемными. А так, у нее такая же отдушка, как у нюдовых, у нее такая же приятная текстура, она также хорошо наносится на губы, она ухаживает за ними. Я вот поклонница этих помад, они действительно классные по качеству, и вторая помада более темная. Я, наверное, не стану ее сейчас свотчить, и я не могу вам сказать, так она матовая или тоже с каким-то легчайшим блеском, таким благородным. Вот есть дешевые, а есть более благородные. Это красивая помада, как мне кажется, она сегодня как раз хорошо подошла бы под мой макияж, но у меня изначально было кое-что другое на губах. Я такие оттенки на самом деле тоже люблю, очень красивый, носибельный, винный цвет, ну ее мы также разыграем. И самое последнее милашество, это вот такой маленький хайлайтер, но такого плана хайлайтеры в больших размерах, в больших упаковках абсолютно не нужны, потому что их хватает на века, и они быстрее испортятся, чем вы успеете их израсходовать. Этот хайлайтер в очень красивом цвете, у меня это тон 01, такое немножечко приглушенное золото, и я наносила его поверх просто какого-то легкого BB-крема, ну типа тонирующего крема, он немножечко жирненький и он не совсем застывает. Я не заметила, куда он делся в течение дня, но он куда-то пропал. Возможно, я там где-то прилегла, где-то пообнималась с детьми, и он вытерся. Но это не суперстойкое средство, или я что-то сделала не так. Также такого плана средства вы всегда можете добавить в ваш тональный крем или же в ваш любимый бальзам для тела. В общем, я буду играться. Спасибо, Stellery.
То, чего у меня давно не было, это посылка от марки Benefit. То, что я сама себе покупала, у меня 100 лет в косметичке, этих средств хватает на века. А пиар-рассылки как-то ко мне не добирались, поэтому с огромной радостью я распаковывала посылочку от Benefit. И она ко мне приехала довольно давно. Успела попользоваться праймером, вас он интересовал, показывала в инстаграме, девочки говорили: «Оля, расскажи, что ты думаешь, это The Pore Professional, только увлажняющая версия, и вот такая палетка средств для лица». Давайте начнем с базы. Я не знаю, как в случае других, но я действительно замечала разницу с базой The Pore Professional и без нее. Это у нас увлажняющая версия той самой знаменитой базы, и эта база обещает дарить нам увлажнение и сглаживать поры, также мелкие морщинки. Пахнет она очень приятно, но я должна вам сказать, что тональный крем и наносится, и держится с ней лучше, и поры в самом деле менее заметные. Я сегодня с макияжем уже, господи, не знаю, часов 8, наверное, и обычно такие увлажняющие тональные кремы с более плотным покрытием любят собираться вот здесь, в мимических морщинках. Сейчас ничего не происходит, я очень много говорю. Это уже третье видео, которое я снимаю. И вы знаете, все до сих пор хорошо держится. Мне понравился этот праймер. Я обязательно продолжу им пользоваться. Палетка палетки такого плана от Benefit очень выгодно покупать, потому что здесь полноразмерные средства. И вообще здесь такая прочная упаковка. Дизайн классный. Такие ретро-дамы нас встречают. И она, конечно же, послужит очень долго. То есть это такой прочный картон. Также здесь присутствует зеркало. Она божественно пахнет. Мне кажется, что в этот раз получилось одно из самых удачных наполнений. Во-первых, здесь находится культовый бронзер. Во-вторых, здесь находится очень сияющий хайлайтер. Я даже не предполагала, что у Benefit настолько яркие хайлайтеры. Это оттенок куки. Еще здесь есть румяна, которые мне интересно было попробовать. Вот я предполагала, что это будет удачный такой сатиновый бронзер. Так оно и получилось. Оттенок называется Dallas. И обалденно красивые румяна. Они сатиновые, персиково-розовые, но здесь больше розового. Называются они Sugar Bomb. И то, что наверняка порадовало очень многих поклонников бренда, это наличие самого нового такого хайлайтера-румян под названием Georgia. Кстати, пахнет он персиками. Мне кажется, что благодаря ему вот так вот благоухает целая палетка. И, казалось бы, все очень логично. Запах персика, такой персиково-золотистый, очень солнечный, насыщенный оттенок. Но скажу вам больше, что в штате Джорджия как раз выращивают самые такие сочные, наполненные солнцем персики. Поэтому я думаю, что это очень логично и прикольно продумано. И самое главное то, что на лице это смотрится божественно красиво, вот такой персик. И это еще не все подарки, но остальное для вас. Значит, у меня в коллекции тоже есть румяна. Если помните, они называются Калифорния. И я очень часто рекомендовала их в качестве таких летних, освежающих персиковых румян. Но здесь нет такого сильного сияния. Оно, наоборот, очень умеренное. И здесь аромат такой классный. Тоже персиком пахнет, но чуть иначе. Здесь внутри находится такое солнышко с напылением. Но вы его не пугайтесь. Это все стирается за 1-2 раза и никак не останется на вашем лице в качестве блесток. И вот такие румяна отправляются в один подарочек. А вторые под названием Georgia, то есть это хайлайтер румяна, я добавлю во вторую коробочку. Я уже могу назвать бренд Zoeva самым смелым, потому что сколько бы я их ни ругала, они продолжают присылать мне свои новинки. Но не могу я сказать, что что-то супер классное, если я не могу это как-то приручить и приспособить, и сказать, что ну ладно, мне не подошло, но возможно тем и тем это очень понравится. И тональные кремы в моих руках находятся очень давно, но дело в том, что когда они ко мне приехали, они совершенно не подходили мне по оттенкам, так как почему-то, наверное, я кажусь темнее, чем я на самом деле. Сейчас я на авто загарилась и смогла использовать самый светлый, который есть у меня здесь. Конечно же, у них в палитре есть и посветлее оттенки, но так как у меня три, я надеялась на то, что я попробую хотя бы один из них. Оформление очень простое, с одной стороны, но я бы сказала, что оно лаконичное, элегантное и классическое. Лично мне такое по душе, я наоборот не люблю вот это все такое сильно детское, там мимимишное.
Вот, поэтому я предпочитаю что-то такое. Кстати, в дополнение к этим новинкам периодически приходят кисти. И вот сколько бы сейчас новых кисточек не появлялось, я могу сказать, что кисти Zoeva одни из самых прочных. И вот такая кисть Kabuki для нанесения тонального средства и любых кремовых текстур. Это 104 Buffer. Одна из самых удачных. Она действительно хорошо наносит тон. И кисти супер прочные. Вот такой кисточки, самой старшей в моей коллекции, лет 6, наверное, и с нее до сих пор не высыпается ворс, она не расклеилась, не облезла. И я считаю, что это классная кисть, если вы любите использовать кисть для нанесения. Что касается тонального крема, у него такая густая, довольно плотная текстура, но он хорошо распределяется. Это увлажняющий, но при этом стойкий тон. На моей сухой коже он без проблем держится. И вот чтобы вы понимали, на что это похоже, к чему ему ближе всего, это Bourjois Healthy Mix. Мне кажется, что они приблизительно одинаковые по характеристикам. И я даже не ожидала, но мне этот тональный крем понравился. И сейчас, когда чуточку темнее, я надеюсь, что я все-таки позагораю этим летом, я смогу ими пользоваться. И я считаю, что за такую цену это достойный продукт. Похвалила, пора и поругать. Ну, к сожалению, сегодня я давала ему второй шанс, и я пошла умываться, потому что я поняла, что я, ну, не хочу на себя смотреть так и в реальной жизни, а тем более снимать видео, когда еще больше все заметно, когда что-то неровно, когда что-то там скомкалось. Короче, при таком освещении видны все изъяны, поэтому если макияж, ну, что-то там с ним не так, то вы сразу это заметите. Речь идет о корректорах, консилерах. В моем случае это будут корректоры. Также похожая элегантная упаковка. Сразу видно, что это одна линейка. И когда я их открыла, я сразу поняла, что они слишком желтые. У меня не самые светлые оттенки. Я еще раз повторюсь, снова 80, 100 и 110. Насколько я помню, с тонами у меня также. Да, и самый светлый сейчас, кстати, для меня светловат на все лицо, могу использовать его только под глаза, но, зараза, под глазами не работает. Он такой кремовый, такой увлажняющий, он так приятно распределяется и спонжем, и кисточкой, которую они мне также прислали, а она очень классная, это одна из лучших пальчиковых кисточек, которые я сейчас или наношу консилер под глаза, или припудриваю его. И на этом как бы все заканчивается, потому что он очень сильно собирается в складочках. Если его зафиксировать, то получается такое железобетонное покрытие, как-то вот подчеркивается текстура, что ли, под глазами. И вот все мне в нем нравится, и текстура, и то, как он ощущается до припудривания. Но без припудривания он не хочет держаться на месте, а если это сделает, то полный аут получается. То есть под глаза мы его не используем, но это чудеснейшее средство для доработки каких-то изъянов на лице. То есть он достаточно плотный, чтобы перекрыть покраснение, купероз, какие-то прыщики. И если его припудрить на лице, помимо под глазами, вопросов нет. Поэтому я найду ему применение, и я буду пробовать, я не сдаюсь. А вот то, что вы должны знать, это их пудры. Это настолько удачный запуск, что я прям не ожидала. Во-первых, упаковка. Мне нравится цвет, мне нравится оформление. Это очень стильно, это супер трендово, супер красиво, лаконично, но при этом видно, что они в теме того, что сейчас модно. Но на этом плюсы не заканчиваются. Во-первых, все это дело не высыпается, когда вы закрываете рассыпчатую пудру. То есть здесь вот такая вот штучка, которая придерживает сеточку, и у вас пудра вот эта не вываливается, с ней ничего не происходит. И дальше это сеточка. Уважаемые производители косметики, можно, пожалуйста, рассыпчатые пудры всегда так делать? Потому что ты не расходуешь больше, чем нужно. И также все это не рассыпается. И вот у меня бывает, высыпаешь чуть-чуть на крышечку, а потом куда это девать? Или выбрасываешь, как-то там стряхиваешь, или назад ссыпаешь. Ну, в общем, всегда это какие-то танцы с бубнами. А здесь же все вот настолько продумано. И вот от меня огромное уважение, огромная благодарность за удобство использования такой пудры. И на этом плюсы еще не заканчиваются. Они только начинаются, потому что пудра легчайшая. Это при том, что она на самом деле как бы цветная. У меня оттенок outstanding, и вы можете выбрать более желтую, более нейтральную. Я предполагаю, что у них есть и темные оттенки. И эта пудра хорошо подходит для бейкинга, для закрепления макияжа. Она сглаживает лицо и также делает его супер матовым. Я сижу при трех огромных лампах на протяжении долгого времени,
Также у меня увлажняющий тон, и у меня все еще не плывет макияж. Ну, плюс база, конечно же. Но, тем не менее, я считаю, что это отменная матирующая пудра, фиксирующая пудра. Вы можете наносить ее в небольшом количестве. Очень классная. И особенно те, кто любит матовый финиш, но легкие пудры с комбинированной жирной кожей. Девчонки, молодые люди, кто пользуются пудрочками, обязательно присмотритесь к ней. Это прям шикарный запуск. Я до сих пор помню, когда приехала эта посылка, я распечатываю. На упаковке написано «Универсальная пудра». И я: ура, наконец-то появились пудры в ассортименте. Это до того, как приехали вот эти рассыпушки. И когда я увидела упаковку, думаю: вау, розовое золото, класс, класс, класс. И тут открываю. Та-дам! Я такая: подождите, можно еще раз? Что-то пошло не так. Пудра выглядит таким образом. И по ощущениям она довольно сухая. Но, секундочку. Давайте рассмотрим все оттенки. И я скажу вам, почему они заслуживают вашего внимания. Есть также вот такой розовый, причем он выглядит немножко голографическим, как будто с голубым отливом. И третий в стиле Fenty Beauty, можно сказать. Вот такой, супер модный. Я понимаю, что это не для каждого пользователя и, возможно, не на каждый день, но поверьте мне, существует огромное количество людей, которые любят яркие макияжи, и для них вот то, что я наштукатурила сегодня, это просто легкий вариант, чтобы выйти выбросить мусор. А я взяла кисть, я сидела дома, полтора месяца сидела, терять уже было нечего, взяла кисточку и нанесла просто как хайлайтер обычный. И потом вы бы видели меня тогда. Вот так Оля сидела, просто серьезно, серьезно, о боже, это так красиво. Это, возможно, не в моем стиле, возможно, не на каждый день, но это тот трендовый такой фростовый финиш, когда это, да, это действительно блесточки, но они так красиво улавливают свет, причем это уже так вечерело тогда, и это так красиво, так интересно, так по-новому смотрелось на кожу, что я подумала: нет, наверное, ты зря, Оля, обходишь такие хайлайтеры, типа вот реально у Too Faced их диамант, бриллиант, как он там у них называется. Также у Fenty Beauty вот эти такие хайлайтеры, которые не слишком плотные, они тоже суховатые, и они такие кристальные. То есть их можно наносить в качестве топера поверх вашего хайлайтера или просто вот как что-то интересное, как вот такое украшение вашего макияжа. Причем это очень заметно, это супер ярко. И я снимала выпуск о хайлайтерах для Makeup You, и мне сегодня уже нечего здесь нахайлайтить, поэтому давайте попробуем донаслоить на ключице. Мне кажется, сейчас все равно не будет такого эффекта, как это можно увидеть на лице. Единственное, что этот хайлайтер дает как бы дополнительный оттенок. Поэтому, если вы суперсветлая девушка, то это вариант не для вас, или если вы будете наносить это на клиента, например, то будет темновато. Короче, скажу вам так, что на коже это смотрится красивее, чем я ожидала, если честно. Вот, поэтому я говорю этому средству «да», но оно не для всех. И во второй подарок отправляется один из этих хайлайтера-топперов. Оттенок будет на ваш выбор. Спасибо огромное команде Lux Visage. Вы просто не забываете обо мне. Вы помните всегда, что мне интересны новинки. И также присылаете всегда те средства, которые я постоянно использую. И одна из моих самых любимых тушей – это XXL. Также она была в этой посылочке, я уже достала и начала ее использовать. Тут у меня, как видите, целое богатство. Чтобы все это протестировать, одного лица не хватит. Огромное количество новых оттенков вот этих металлических жидких теней из линейки Metal Hype. И их настолько много, а краситься-то некуда. Я даже видео очень редко снимаю, только влоги в основном. И признаюсь честно, что тот, которым я пользовалась, тот, который я протестировала, это единственный номер 13, но зато какой. Это так красиво. Здесь, кстати, нет такого металлического блеска, как в некоторых оттенках. Он немножечко приглушенный, но в качестве одного единственного оттенка теней, который вы будете наносить, или же в качестве какой-то подложки, это невероятно красиво. Это такой горький, темный, насыщенный шоколад с небольшим вкраплением сливы.
невероятно подчеркивает глубину оттенка ваших глаз. Новые оттенки вот этих лаковых помад, как я их всегда называю, это жидкая губная помада с увлажняющим эффектом, с таким глянцевым финишем. У них всегда очень носибельные, очень красивые цвета. И я выберу те, которые мне больше всего понравились. И обязательно расскажу вам в каком-то отдельном видео с бюджетными находками. А также здесь есть новые оттенки помад из линейки Glam Look, вот таких кремовых, классических. И тоже попробую, поделюсь с вами. А то, что мне успело полюбиться, это их румяна из линейки Chrome. Одни, к сожалению, разбились, и я так и не осмелилась их открыть, потому что это потом будет столько уборки, и разбился оттенок 101 солнечный беж. Два остальные я люблю использовать тогда, когда кожа у меня в хорошем состоянии в этой части лица. Почему? Потому что это металлические румяна, которые дают очень сильное свечение. И тот, который чаще всего использую, и по нем, в принципе, видно, это оттенок 105, нежный розовый. Но он такой не розовый, а чуть приглушенный, очень носибельный, очень красивый. И они вот такие влажные по своей текстуре, что ли. Вот трогаешь, ты понимаешь, что это не просто сухой продукт. То есть он ложится на кожу как влитой, он очень хорошо вполировывается и прекрасно держится. И второй персиковый с таким золотистым переливом, то есть этот розовый более холодный и персиковый более солнечный. Оба люблю, не могу, вот очень понравилась и текстура, и цвета, и то, как они носятся, как они ложатся. Но они могут не понравиться тем, кто любит матовые румяна или сатиновые, что-то поспокойнее, потому что для меня это, ну, в моем понимании и как бы на практике, они выглядят больше как хайлайтер и румяна два в одном. Но за это я люблю их еще больше. Теперь немножко об уходе. Или немножко. У марки Vichy появились вот такие интересные сыворотки. Причем они разные, и их лучше не использовать одновременно. Первая я успела попользоваться, она идет с витамином С. И чего-то такого в моей уходовой рутине не было. Сейчас покажу. Курс рассчитан на 30 дней ежедневного использования. И вот посмотрите, как это прикольно выглядит. У нас ампулы. Каждый раз мы открываем новую, свежую сыворотку. И ее можно использовать только в течение 24 часов. То есть утром и вечером, например. И также идет отдельная насадка. И не пытайтесь открыть эту ампулу без полотенца или без какой-то салфеточки, потому что я раз это сделала и немного порезалась. А тут указано не делать так. Ну, Оля, я все знаю сама. Короче, как обычно. Скрываем ампулу, надеваем вот этот колпачок и наносим на чистую кожу. Я наносила эту сыворотку после тоника. Она сама по себе как водичка, то есть очень быстро впитывается, она не лежит пленкой и не нужно сразу все использовать. Этого действительно много хватает на все лицо и даже шею. В составе 10% чистого витамина С, пептиды и также гиалуроновая кислота. И после первого использования получается такой же эффект, как после легких кислот. То есть выравнивается оттенок кожи, в принципе, весь тон такой посвежевший. Очень приятное средство. И здорово то, что каждый раз вот эта сыворотка активная, и она не лежит там месяцами, а вскрыли ампулу, использовали. Мне понравился такой формат. И помимо вот этих ампул с витамином С, есть еще и ампулы с гликолиевой кислотой. И как же мне нравится то, что бренды идут в ногу со временем и создают такие активные формулы с какими-то работающими компонентами, которые вот нанес и получил результат. За это я люблю кислоты, за это я люблю ретинол. Вот. И, конечно же, вот эту сыворотку с гликолиевой кислотой мы наносим на ночь. Вот эти ампулы мы используем или утром, или вечером, как вам больше нравится. А вот это именно для ночного применения и утром. В случае одних ампул и в случае вторых обязательно SPF. В этих ампулах также содержится гиалуроновая кислота, витамин С и 10% гликолиевой кислоты. Это очень хороший, эффективный состав. И я оставлю эти ампулы чуточку на потом, потому что сразу нельзя этим пользоваться. И такие ампулы, в принципе, гликолиевая кислота, она универсальная, поэтому подойдет каждому типу кожи, выравнивает рельеф, осветляет тон лица, убирает какие-то прыщики и также немножко убирает пигментацию. То есть если такие очень сильные застойные пятна, то я не знаю, у меня такого не было, я не могу подсказать, как с этим бороться, но вот если какие-то пятнышки после прыщей, например, или что-то такое после лета, то гликолиевая кислота обычно на ура с этим справляется, так что я обязательно протестирую на себе.
Как видите, марка Luminé решила задарить меня просто на год вперед. Здесь очень много разнообразных средств для очищения кожи. И здесь сразу несколько линеек. Первая для нормальной кожи, вот такая желтенькая. Для чувствительной голубая, для сухой розовая. И в цвете морской волны для жирной и комбинированной. Но я хочу сказать, что это довольно универсальные средства сами по себе, поэтому если вы не любите очень сильно очищающие средства, вы спокойно можете пользоваться средством для нормальной кожи, потому что оно очень хорошо очищает лицо и даже тело. Все вот эти средства из всех линеек на 90 там, с копейками процентов состоят из ингредиентов натурального происхождения. Все они имеют приятную отдушку. Какие-то средства чуть более интенсивно пахнут, как, например, вот это желтое. Для сухой кожи и чувствительной более деликатный аромат. И несложно догадаться, что мне больше всего подошли средства для сухой и также чувствительной кожи. Это именно увлажняющее, очищающее молочко. Они немножко мокрые, потому что я достала их из своей душевой кабины. И также успокаивающее, очищающее молочко из линейки для чувствительной кожи. Я не пробовала вот этот гель, мне сложно сказать, как он работает. Если уж выбирать, то для сухой, чувствительной кожи, как и обещает производитель, лучше всего подходят вот эти две штучки. Прекрасно удаляют загрязнения, не стягивают кожу, не вызывают жжения в глазах, хорошо смываются, нет ничего липкого, ничего неприятного, не хочется доумыться, досмыть. Поэтому я очень приятно удивлена. Спасибо Luminé за то, что была возможность попробовать сразу много. Также мне прислали разнообразные тонеры. Я пока что их не вскрывала, ничего не могу сказать, но тоже написано, что они на 97%, 96% в случае этого розового, состоят из ингредиентов натурального происхождения. И я вижу, что вот это для сухой кожи, он более вязкий, как такой корейский тонер. Давайте откроем и проверим, как он пахнет. Так же, как умывалка. В принципе, мог бы и не пахнуть, потому что я предпочитаю все без запаха. Но это ненавязчивая душка. Также мне прислали вот такие средства для снятия макияжа и очищающую маску. Но лицо всего одно, поэтому, простите, мне понадобится больше времени, чтобы все это попробовать. Но то, что я наносила и на лицо, и на руки, когда была полная катастрофа, это успокаивающая маска SOS. И она на 98% из натуральных вот этих ингредиентов. И мне хочется и похвалить, и немножко поругать это средство, потому что оно работает на ура, на 100%, успокаивает кожу, очень хорошо восстанавливает ее, даже как-то заживляет, смягчает и увлажняет. Но у меня немножечко, не немножечко, а множечко претензий к консистенции. Зачем в успокаивающей маске SOS, в маске, которая наносится на раздраженную, как будто разъяренную кожу, зачем в ней частички? Вот они как бы царапают лицо, и мне непонятно, зачем. Может, ее нужно наносить так много, чтобы вот эти частички как бы не соприкасались с кожей? Как бы делать такой компресс с этой маски на все лицо? Я не совсем поняла. Может, я что-то не догоняю? Такое тоже может быть. И я не поняла. И хочется, и колется пользоваться этим средством. Так что у меня вопросы. И в подарочки для вас отправляется универсальный тоник для нормальной кожи и также средство для снятия макияжа во вторую коробочку. По вашему желанию я смогу заменить его на гель для умывания для комбинированной и жирной кожи, если у вас такая. Также я хотела бы познакомить вас с маркой, о которой я никогда ничего не упоминала, но она достойная, я показывала в инстаграме, многие говорили, вот у них классное очищающее масло, а мне то понравилось, а мне то. Я понимаю, что некоторые из вас уже в курсе дела. Бренд называется Dr. Circle. Мне прислали эти средства давно, по-моему, еще в конце прошлого года, но на тестирование ухода уходит очень много времени, поэтому только сейчас я собралась с мыслями, все проверила и могу поделиться с вами своими впечатлениями. Это видео не спонсировано никем, я от себя рассказываю, но мне как блогеру достаются какие-то пиар-рассылки, и я всегда могу высказать свое любое мнение, и хорошее, и плохое. Ку-ку! Начнем с очищения. Я относительно недавно начала пользоваться этим маслом по сравнению с другими средствами, но у него настолько минимальный расход, его нужно там, ну, одно нажатие для того, чтобы полностью смыть весь макияж.
Масло супер приятное, оно не очень плотное, оно хорошо распределяется, не вязкое, оно замечательно удаляет макияж, не жжет глаза и тоже хорошо влияет на состояние кожи, то есть меньше каких-то высыпаний, воспалений, когда я пользуюсь такого плана маслами. Я могу ими в принципе не пользоваться, но бывают те, которые вызывают кое-какие проблемы на лице, в этом случае все хорошо. И то, что мне не подошло, ну, можно было догадаться, потому что у меня нет ни одной любимой корейской пенки для умывания. И вот, например, пенка от Benten – это не мой продукт. И то же самое произошло с брендом Circle, Dr. Circle. Это такая кремовая очищающая пенка, которая должна нежно очищать кожу. На самом деле она сильно очищает ее. И все в стиле таких корейских пенок, поэтому муж ее обожает. У него жирная кожа, он говорит, что для него такого плана средства это must-have. Поэтому каждому свое, как видите. Далее у нас тонер. Тоже из вот этой линейки Pro Balance. И это просто базовый тоник. Я не могу сказать, что он делает что-то... Ну, знаете, я, наверное, уже немножко избалованный пользователь, и мне хочется эффекта вау. То есть я готова использовать тоник, который... делает что-то больше, чем выравнивает уровень pH, и также написано, что он укрепляет защитный барьер кожи. Есть тоники, которые работают быстрее, возможно, ему нужно больше времени. Я использовала его с родными средствами из одной линейки, чтобы почувствовать, да, нет, но я бы второй раз его не повторила. Зато есть те средства, которые мне очень сильно полюбились, и вот каждый раз, когда я ими пользуюсь, это просто дикий восторг. Это такое универсальное увлажняющее средство, которое я наношу на лицо. Здесь целых 100 мл, вот такая самая обычная базовая баночка, казалось бы, ничего особенного. И здесь также мои любимые пробиотики, целых 5. Этот крем должен укреплять защитный барьер кожи, увлажнять и просто балансировать лицо. И у него очень легкая текстура, я специально оставила его на лето. И вот сейчас пользуюсь, когда у нас потеплело. Этого не то чтобы достаточно, этого с головой хватит каждому типу кожи. Это очень приятно наносится, это очень приятно распределяется, впитывается, не оставляет никакого такого жирного, неприятного слоя на лице. Это действительно хорошо, как бы приводит кожу в комфортное состояние. На этот крем чудесно наносится косметика. Если вы визажист и вам нужен крем, который подойдет всем и каждому, и при этом не вызовет какого-то дискомфорта у вашего клиента, если вы заботитесь о состоянии лица ваших клиентов и вам не все равно, что будет после того, когда он умоется, вот просто приобретите. И все, кто спрашивает меня: Оль, какой это универсальный легкий крем? Вот, пожалуйста, это моя база, это моя основа. Конечно, я пробую разнообразные там уходовые штучки, но могу сказать, что этот крем меня очень удивил, очень порадовал. Я с огромнейшим удовольствием его использую в своем повседневном уходе. Под такой крем вы можете нанести любую сыворотку, что ваша душа и кожа пожелают. То, чем я пользовалась зимой, это вот такая интересная ампула и также крем с прополисом. Обычно я наносила их в дуэте, и их работа в комплексе мне нравилась больше всего. Это такая более густая, грубо говоря, сыворотка. Сейчас меня исправят, что в корейском уходе это все не так. Оля, ты ничего не знаешь. Но когда наносишь на лицо, она буквально как водичка, она не превращается в пленку. Но прополис для сухой, для чувствительной кожи, для той, которая вот обезвоженная, какая-то непонятная в межсезонье, это тоже спасение, и чувствительную кожу они успокаивают. Крем. Вот крем, кстати, крем у нас с очень хорошим составом. И вот этого экстракта прополиса здесь 33,5%. Он на первом месте. Также присутствует экстракт облепихи, растительные масла разнообразные, ниацинамид, который хорошо... влияет, в принципе, на кожу, это и антивозрастное действие, и выравнивает оттенок. И, короче говоря, чего здесь только нет. И центелла, и экстракт инжира. В общем, я же вам говорю, просто перечислить можно, чего здесь нет. Мне очень нравится упаковка. Вот чем проще, тем лучше. Причем, вы знаете, я думала, что это будет чисто вот такой зимний крем, ничего подобного. Даже на ночь сейчас я смогу его использовать. Но зимой не всегда хочется намазать на себя что-то пожирнее, иногда хочется легче текстуры, но хочется, чтобы она выполняла все вот эти защитные функции и чтобы как-то благоприятно сказывалось на состоянии кожи. И вот посмотрите, у него такая консистенция, кажется плотной, но на самом деле наносишь, и она очень хорошо
тает на лице, и при этом я не могу сказать, что она создает защитный барьер, но лицо однозначно не пересыхает с ним. И в дуэте это была такая питательно увлажняющая, восстанавливающая бомба. После кислот я обожала это использовать. Даже в такой повседневной жизни, когда я не красилась, наносила его и днем, и под макияж использовала, тоже все хорошо ложилось. Вот видите, в одном бренде есть средства, которые мне очень классно подошли, а что-то категорически нет. И последнее на сегодня, это самая горячая новинка, то, что я успела отхватить. Мы обязательно протестируем ее в каком-то из следующих роликов. И мне удалось ее достать позавчера, я еще не успела макнуть сюда свои руки. Это самая новая палетка марки Eveline, польские блогеры уже в восторге. Я буду посмотреть. Пока что ничего не могу сказать. Я знаю, чем она вдохновлена. У меня есть палетка от Urban Decay. И с ней мы обязательно будем ее сравнивать. Вот она такая новая, горячая. Даже еще не снимала с нее пленку. И всегда можно варьировать оттенки, можно взять что-то более нейтральное, что-то более коричневое сделать. Я люблю розовинку, я люблю краснинку. Сегодня в макияже я также использовала красноватый оттенок. Вот, на этом, наверное, мы будем заканчивать. Еще не конец, подождите, я забыла о посылке от бренда Pixi. Мне до конца жизни теперь хватит тоника с гликолиевой кислотой. У меня уже есть пол-литра. Я, наверное, скоро начну его пить, потому что это нереально. У меня литр тоника. Вот такого. Но о полезности гликолиевой кислоты мы сегодня с вами поговорили, поэтому каждому подарочку я добавляю вот этот тоник. Они абсолютно одинаковые, с 5% гликолиевой кислоты каждый. Пробуйте, я уверена, что вам понравится, не зря это хит для многих-многих девушек и молодых людей. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, что я немножечко скрасила ваши будни. Если да, то не забывайте поставить пальчик вверх, если вам было интересно, если вы узнали что-то новое, если вы просто в приятной атмосфере провели со мной время, мне будет очень-очень приятна ваша отдача. Участвуйте в конкурсе, я с удовольствием отправлю подарочки в любую часть мира, за свой счет, понятное дело. Всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.